Changes come. Keep your dignity. Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур, Максим и Григорий. Всем привет. Здорово. И мы продолжаем. Наконец-таки днем, да. Да. Так уж получилось, что после последнего вайпа мы дождались дня и отправились в наш путь. Это было больно. Вайп теперь так называется. Вайп. Тим вайп. Все умерли. Вайп, слушай, дорогой. Тут есть такая штука, называется субмаринка синяя. Мы ее обнаружили около пожарного, так сказать, депо. И мы хотим ее собрать. На ней есть два колеса, и одно лежит в ней. Следовательно, ее тоже кто-то собирает. Мои предложения: быстренько рвануть в доки, так как у меня леспак, собрать субмаринку и отправиться в путь дорогу. Хорошо, такой, если вы не против, я на пожарку загляну еще раз. Может, они автобус спавнулись. Стоит. Автобус видели, был, да? Это он и да, есть. Потому что мне с топором мне очень весело жить. Я понял. Вообще, сейчас надо по дороге будет еще заглянуть... О, хитпаки нахрен не нужны. По дороге надо будет заглянуть в этот полицейский участок там. Угу. Так, вы знаете, по полю кто-то бегает. Очень много зомби. Если вот так вот экран повернуть в ту сторону и сделать низ, то видно эти точки светлые. Со стороны аэропорта? Да, такое ощущение, что они бегают за кем-то. Погодите, тут мужик с дробовиком! Макс, где? Вот куда смотришь? Вон он, за забором. Жди его. Гаси. Мне кости сломали, брат. Вижу. Он подбитый. Гони его. Я обрываюсь. Он лежит. Сдохни, мразь. Он мертв. Сейчас это опасно. С заднего входа захожу. Меня убили. Меня зомби бьют. Прикройте от зомби, кто-нибудь быстро. Я бегу. Я умер. Почти. Я стреляю по зомби. Ты по мне стреляешь, Джек Шепард. Нет, стол. Я перебинтуюсь быстренько, ребят, погодите. Да сдохни ты, япона мать. Да он идет. Куда идет мой персонаж сам? Отлично вообще. Все по твою мать. Ты все умер, да? Давай. Да, я вижу, ты умер. Так, Артур, я сейчас облутаю этого чувака. Короче, сначала давайте с зомби разберемся. Ну да, зомби-то мы убьем сейчас. Хорошую серию начали. Просто. Ох, вообще просто замечательно. Это ты с автоматом? Твою мать, это ты? Не-не-не. Тут чувак у пожарки с автоматом убил меня. Чёрт, ты смотри. Он валит зомби. Это охренеть. Я его изрубил всего, но он меня сейчас убьет, короче. Мне плохо, господа. Это худшая серия на свете. Ой, я сейчас вырублюсь. Он там мотается, сейчас выбежит и убьет меня. Ну, все как всегда, короче. А ты без сознания? Нет, я ползу к нему с кровью стекающей, у меня нога сломана. Я его хорошо пробовал. Наш итог за 3 минуты серии. Пускайте, пацан. 3-1. Все. Кто-то гранату кинул. Не я. Я мертв. Все зомби умерли. Я не знаю. Нормально. Окей. Только собрались, все, минуты не прошло. Кинули! What you waiting for? Я что тут буду, что ли, этот? Не знаю, что. Ты там лежишь живой? Да, я живой, но я не желез уже, я тебе могу гарантировать это, потому что у меня все очень плохо. Все. Вот парни, парни, которые собирают. Оказывается, это этот АКМ. Да, машину собирают. Ну, на самом деле, если так посмотреть, мы, конечно, довольно сильно там проиграли. Ну, я с топором был, я норм. Ну, против парней. Не знаю, Макс стрелял, я делал все, что мог, с пистолетом. Да все молодцы, просто они были лучше запакованы. Согласен. Все мысли только о тебе. Я думал, скоро все пройдет. Ой, как приятно. Обо мне? А вас у всех. Вижу труп Артура, там чертежей, видимо, невидимо просто. Да? Здесь же одна вышка, да? Джек Шепард. Да. Ну, вокруг этих палаток, да? Угу. Да. Угу. Круто. Еще темнее стало. Не знаю, я не заметил. Стал. Заметил. Я уже устал прямо приближать. Ты кому прибавляешь? Да. И у меня навсегда на фул выкручено. Читаки. Все, я вообще ничего не вижу.
Что там льется? Да, ты, короче, там какой-то ambient неплохой. Ambient, да? Ambient, да. Кто бежит с пистолетом? Я, с СКС. Нет, с пистолетом в руках. Я из леса. Ага, это бандит, я понял. Бандит бежит на пожарку, неплохо. Где крики, где стрельба? Ага. Не, я не спеша, никуда а не... А ты где сидишь вообще, чтобы я тебя не увидел? Наверху, на крыше пожарки я. А, окей. Так, все, Пагни, выдвигаюсь к вам. М4А3 ССО с вами. Без патронов. С патронами, я станаги нашел уже. Со, ты вообще боец. Просто обнять. Может, Макс, я пока справа, тут золотая, эти, как они, казармочки. Как хочешь, ман. Тут бегает человек. Ну, я бегаю со стороны. Бандитский скин, если что. Он такой, он черный, он Якубович, обвешанный динамитом. Окей. Сейчас такой сектор приз на барабане. И убьет меня сразу. Я в автомобиль. Ага, вы можете выиграть там истребитель. Да, авианосец. Да, авианосец там. Миллиард долларов. И автомобиль. Порн. Интернет из фо. Порн. Минутка рекламы. Ой, реклама, говорит, музыкальная пауза. Чувак просто невероятный. Я видел бандита, который пробежал и испарился. На пожарке его нет. Около Шкода его нет. Абдульзакер. А он бежит со стороны леса, далеко кто-то. Это, наверное, Джек Шепард, да? Я забегаю в казарму. Казарму, да, там далеко. Да, это я. Is it me you looking for? Вы смотрели, люди на самом деле просто вот так вот подумать, они заходят в DZ и в чатике строчат. Там всякие да. Полит баталии. Ого. Ну, то есть, мое мнение всем интересно, я буду его писать всем. Вот. Ну, видимо, не достает общения, я не знаю. Может быть. Так, я вообще не помню, когда последний раз в DZ в чате что-то писал. Такое. Почему эти казармы пустые? Двери выломаны, внутри ничего нет, двери все вообще закрыты. Зато, ребята, в результате последних двух поражений я могу сказать, что мы это место уже знаем как свои пять пальцев. Хоть окей. Какой-то есть уголок этой земли, где мы ориентируемся вполне себе хорошо. Это опыт. Я не понимаю действия данных людей. Бежит голый человек без ничего, но идишь ты на пожарку, правильно? Лутанись там, все дела. Нет, ушел. Хрен из два, да. Ушел куда-то. Даже наша группа не упал. Может, он вообще не знает, что на пожарке что-то упадает. Нет, ну, ё-моё, он бандит. Он лежит, лут мой, иди может, забирай. Может, на пожарке видишь меня, он вертолет? А может, ему ништяк, может, у него так там мой калаш лежит, блин. Я сейчас а он сейчас с голыми руками бегает? Да, с Макаром. А можно я на диспетчерку сбегаю? Парень просто пробежал, посмотрел, о, калаш, ладно, окей. Я побегу дальше. Решил продвигать на диспетчерку, только осторожно, я к тебе подойду сейчас. Окей. Через поле, конечно, бежать это ха-ха-ха. Ну, осторожнее не получится. То есть, если кто-то в лесу сидит, он меня не очень-то увидит, я думаю, хотя... Он меня увидит. Я когда сидел, смотрел... Было все не круто. Ну, на пожарке я даже Макса не вижу, он хорошо там... А вот, поднялся. Нет, так я еще спускаться буду. Макс, ты просто их ждешь? Ну, я просто видел человека и затаился, на самом деле. Затаился как ниндзя. На самом деле. А он пробежал такой, натурально посмотрел, пожарка, калаш. Не, у меня Макар, мне норм, я побежал дальше. Так, вхожу в диспетчерку. И зомби, да, просто из стены выскакивает. Ну, привыкнуть пора. Хренеть. Это же зомби, это же стены. Ну я просто последний... Слышь, мужик, тут все наши трупы лежат, дробовик, калаш. Поздравляю вас. Еще темней? Да. Я просто внутри здания. А у кого из наших калаш был? Тихо. Кроме меня. Ни у кого, у меня был топор. Вы двоих убили. Что шипит? Это буря сейчас у меня будет. Тут Мосберг лежит внутри. Очень полезно. Стрельба! Зос, блюдок. Не я. Молодца. Меня осенило только что. Просто я героем стал. Ты так, клёвый. меня осенило, знаете в чем? Почему этот придурок не идет сюда? Чем охраняет?
Нет, помнишь, Джек, ты убил за забором там типа с дробовиком? Но. Он его лутал. Да. Я еще патрон на СКС нашел. Вы прикиньте, да, какая удача? СКС крутая пушка. У меня 20 выстрелов есть. Она очень кучная бьет. Может, махнемся, Джек? Я тебе калаш, а ты мне СКС. Калаш Кобра. Калаш Кобра, классный. Калаш Кобра. Хороший. Добротный. Кто-то вроде хотел бежать ко мне. Я вижу твою диспетчерскую и вижу твою пожарку, я между ними бегу со стороны леса. И мне норм. Есть, а меня на диспетчерке ты видишь? О, СКС нашел. Нет, не вижу, я не всматриваюсь особо. Ой. Мне достаточно, что ты там. Знаешь, меня хоть маленько, но прикрывает. Это я на пожарке стреляю, я стреляю на пожарке. Я. Морфин есть, кровь есть, еда есть. Бинты есть. Барашек на взлетной полосе есть. Что еще есть? Ну, конкретно все. Погодите, это... Это... Пожарная машина стоит. Где? Слева... Артур, слева тебя у забора стоит пожарная машина. Видишь? Вижу. Прямо это, не видишь. Это не пожарка. А что это? Это отсюда не вижу. Мужичок. Глянь, что там. Вроде целое. Офигеть. Блин, пожарка. Пожарка, я говорю, вроде. Бензина нету, движок красный. Топлива мало. Колеса полные. Да все? Ладно. Да. Колеса, корпус. Я сейчас сниму с машины все. С этой. И принесу. Если бы я еще что-то видел. У меня нет сумки, я не смогу ничего снять. Чуть правее, Артур, там на зомби бежишь. Нет, я вижу, я просто в кустик ушел. Угу. Джек Шепард, ты там палишь сверху, что ли? Да. Хорошо. Могу мало снять два колеса, ребят, и станцию заправочную. Так. Сколько колесо одно занимает? Я его заберу и потащим, какую-нибудь машину себе найдем. Просто... Я не... Колеса занимают 6 слотов. Печенье кто-то там стрижет по-жесткому. Ты слышишь? Нет, надпись посередине экрана. Угу. Блин, я ничего не вижу. Эти ночные серии, это просто круто. Видишь? Я же говорил. А ничего не видеть втроем, это еще. Пожарная машина около бараков стоит там? Да-да-да, с другой стороны, за забором. Ага, вижу. Вот от нее кто-то отбежал. Это Артур, а что, да? Угасил. Да. Пожарке будем подходить или как? А что делать в пожарке? Снимать. Видите, дождь пошел. Снимать. Свет. Это я включил. А. Дождь пошел. А, ты имеешь в виду пожарную машину? Я думал, пожарку, здание. Не-не-не, пожарку, здание. Здесь стоит починенная, отремонтированная... Без колес. Он хочет снять. Снять с помощью тулбокса и типа. Тащить к пожарке машину. А, ну погнали. Я просто не догоняю, я маленько отвлекся. Вам пистолет не нужен никакой. Джек, мне нужен твой СКС, если честно. Здесь Мосберг есть. А у меня есть твой калаш. А, ты уже на входе в пожарку, брат? Я на входе в пожарку. Мне оставаться сверху, прикрывать вас или к вам двигаться? Я начинаю работать над машиной. Ой, господи. Я слышу. Я чуть не родился этой музыкой. Фу, мать, хреновое место. Пойду пока эти ангары смотрю. Так думается, амбары, ангары. Я, ну, опять хотел сказать. Артур, мне нужен человек, который сможет потянуть на себе Field and Parts. Ты кроешь эти места? Я подхожу к тебе. Вижу тебя. Ты под забором идешь? Да. Ты одет как кто? Как джигурда? Да. Понял тебя. Я тоже джигурда. Я взял. Уходим. Столько стволов тут лежит. По-моему, это просто мусор, да? Да. Так, давай пошли. Угу. Я во второй ангар.
Джек, мы уезжаем. Ну, меня подберете? Нет. Зачем ты нам нужен? Ну, у меня есть СКС. Да мы шутим, Джек Шепард. Все хорошо будет. Зомби нагрелся. Да, они там зарезали не дают дорогу. Они за забором. О, на Макаре еще два магазина вообще живем. Дождь и ночь. Что может быть лучше? Ту-ту-ту-ту. Темная ночь и дождь. Тут еще я хоть что-то вижу. Ночь. Я думаю, если мы сейчас умрем, это будет все, это конец серии. Ну, да, потому, что... Или просто чуть подождать. А колеса все на месте, да, вы говорили? Да. Вообще колеса красота. На месте, бензина нет. Бензина вообще нет? Вообще нет. Я чиню топливо. А ты забрал топливо? Да. Положи в машинку топливо. Сейчас. Ага. Та-та-та-та-та-та. Готово. Он в этом углу должен быть. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, здесь такое место, даже тебя хрен прикроешь. Рик Шепард, ты можешь прикрывать? Ну, я в третьем ангаре. Я не совсем понимаю, зачем мы пошли в ангары искать канистру. А КМ патроны нужны кому, нет? Нет. Я вообще ничего не понимаю сегодня. Чего мы делаем? Артур, в доке пойдем? Чего мы делаем? В доке? Ну пошли, конечно. Канистра нужна. Не, я не понимаю, зачем мы пошли лутать ангары и военщину, потому что у нас вроде есть лут. Не обобщай, это Джек Шепард. Это все я один, да. Перемещаться будем, наверное, лесами, потому что там не видно вообще. Предлагаю разделиться, я зайду со стороны больницы, а ты со своей с левой стороны, там, где это, смерти. Хорошо. Так будет эффективнее. Я еще в больничке поищу там какие-нибудь адреналинчики, если парни, есть возможность. Что? Которые нас убили, прикрутили колеса. А. И фьюл танк парцы, которые я фьюл танк парцы снял. Так вот, есть еще вариант безопасный. Там в этой футболинке сзади есть классное место. Если сесть, там не видно. Я бы мог там остаться. Джек Шепард, может быть, ты пойдешь вместо Шестрева, пусть останется и там и улов сделает. G17 никому не надо. Я готов к вам сейчас прибежать уже. Дорогу на завод не найдешь? Не к нам беги, а на завод. Помнишь, которые бегали в предыдущей серии? В Екатеринбурге. А я там не знаю, где завод. Ну, я думаю, я найду. Он один там, да? Да-да-да, там три трубы, одна большая. Окей. Так, я лучше СКС в руки возьму. Нафиг. Неожиданности могут быть разные. Блин, у меня с улицы такие страшные звуки. Все нормально. Просто очень-очень жарко, я не могу. Я на позиции. Лол. Чувствую себя рэп-бойцом. Always. Самолет летит, колеса стерлись, а мы не ждали вас. А мы проперлись. Ты еще свернулся к машине? Да, я уже сижу. Это будет смешно. Если они придут, это... А если они втроем придут, это будет очень печально. У меня калаш на фул стоит, если что, я устрою там такую заваруху. Они забудут, как их зовут. Если сейчас еще стемнеет... Плюс они будут бежать, ночью. Знаешь, вот так... На выдышке, типа, ну, то есть не стреляй, ничего, не ходи. А я там начну на чистую в голову стрелять. Жалко, что у меня всего лишь один рожок, правда, на калаш. Нормально. Тебе хватит, я знаю. Угу. Вполне возможно, кстати, Джек Шепард на этом заводе, они... Подожди, я в Ярослав пришел. Не туда, по-моему, да? Нет, не туда. А где этот Екатеринбург? Ну смотри, сверху идут тучи. Они от твоего города, вот прям куда тучи идут, туда идешь и ты. Окей. Я к тебе, Ярослав, пришел. Такой, опа-па, неждан. Да я просто не был в Екатеринбурге тут ни разу. Я тоже не был в Екатеринбурге и как бы, ну, вот. Я не был в Екатеринбурге, и вот я здесь. Все, Ярослав зачеркнут. Поздравляю вас. Вижу вышку, здорово. На серваке очень много людей. Да, я знаю. Я просто пока свой доделаю, без записи посижу. Ага. Хорошо.
А я около больнички. И дело такое, враг меня убьет, если увидит, если будет ждать. Я его не увижу, потому что я бегу в темноте просто. И здесь, кстати, труп. Нет, это не труп, это сигнальный огонь, понятно. Принесло. Это еще хуже. Нет, в смысле, этот, железная дорога и там типа такого механизма. Mm. Так, какие там три трубы? Я вижу только одну трубу. Ну беги к ней, увидишь остальные три. Там одна большая и три маленьких. Да, одну большую вижу, а три маленьких, видимо, за домами скрыть. Вот тут звезда какая-то. Здорово, ангар. Со Привет, звездой. Джей. Так, и вот тут самый завод. Хреновое место. А, это депо. Окей. Джека, блин, СКС. Вот это ствол. Да, по кучности это вообще просто песня. Да, да он же и такой, то есть тх-тх-тх. Он как снайпер. Ага. Да, полная автоматика. Не, полуавтоматика. Подожди, СКС. Он очередями еще умеет бить, по-моему. Семи, семи, семи. Семи. СКС, это как в этом, в батле СКС есть. Ну да, понял. Не, просто значит я путаю, я думал, он еще умеет. Это фанфал, наверное, так стреляет. Не, фанфал-то понятно. Мне прям где наш... три трубы вот это здание забежать. Да, там ищи то, что нужно. А нам нужно что? Колесо? Напомним, что стрелы, что нам нужно. Нам нужно канистры с бензином. Окей. Двух хватит. И по возможности есть штуки, которые называются reinforced металлы. Они нам очень... Шепард, это ты бежишь, да? Да, все скрылось. Вот три трубы. Идет заход в это здание, я пока не вижу. Это ты ко мне бежишь? К больничке? Я развернулся сейчас налево и ушел. Пона мать, ко мне кто-то идет. Нет. Я вдоль забора бегу. Это ты был, походу. Не стесняйтесь ждать, друзья. Да-да-да. Джек Шепард напугал меня. А, я сам напугался больше. На Макарич, о, Ленфилд патрон. Ну зачем он мне? Ты, Джек Шепард, где именно сейчас? Я сейчас вот прям в здании с большими синими воротами. У фонаря. Рядом с заводиком и тремя. Я вас предупреждаю, что вижу, как ходят зомби на аэропорту, так как вас там нет и меня там нет, там кто-то и ходит. Подожди, ты около завода? Да. Где три трубы? Здание с фонарем, вот я. Левее возьми. У тебя компас есть, Джек? Нет. Так значит, это я идиот, только что пропустил человека. Здесь где-то есть человек, Джек Шепард, аккуратно. Окей. Ну я-то Джигурдаевич. Поскину. Ну там такой же был, я подумал, это ты. Хотя, может, это ты и был, я не понял. Ты просто бежал. Я бежал вдоль дороги, потом я развернулся налево, да. Я говорю, я развернулся налево. Все, понял, это ты был. Окей. Просто эти люди, которые собирают машину, они тоже там сейчас находятся, я так думаю. Все, я на больницу не иду, потому что там, в принципе, это сейчас не сильно. От трех труб никуда нам, бежать. Нам там нужно вырваться. Нет, так, я вижу человека. Я вижу человека. Так, тихо-тихо, он крадется, он. Он умер. Опять тот же самый, кстати. Такой, блин, опять он. Сикер. Он появляется, по-моему, добегает, такой думает, ну сейчас-то я наконец-то поиграю нормально. Так, здание милиции, стоит зайти, нет? Да. Джек Шепард, ты не на заводе. Ой. Я в милицию иду. Так, я стреляю. У меня выбора нет, потому что там лежит. Это... канистр? Нет, это ротор вертолетный. А нафиг тогда мне его стрелять?
Я в милиции, здесь лежит МП-5. Парни, 3200 хуманите, я герой. Ты крутой герой, да, я видел. М4А1. Круто. Джек Шепард. Еще темнее стало, или мне показалось? Пока что не могу сказать. Станак у кого-нибудь есть из вас? Нет. У меня один станак есть, но я тебе его не дам, потому что не всего. Не, я возьму именно патрон станаговский, чтобы дать тебе. Да мне не надо. Два — это самый потолок, больше, в принципе, за одну жизнь не используешь. М4А1 ССО. Макс, я готов сейчас выкинуть СКС. Я тебе запрещаю. Я тебя ненавижу, назад. Что здесь? ПКМ. Делай все хочет, Джек. Я и с калашом неплохо справлюсь, поверь. Ну, конечно, СКС был бы для меня манной небесной. Ну вот. Тихая ночь. У меня есть кобра. Калаш кобра тоже с прицельщиком. Крутая. Вот если. Ну, если что, я в милиции выкинул СКС. А, ладно. С двумя обоймами. Да. 20 патронов. Короче, на заводе я ничего не нашел. Это печаль. Парни, что, нет? Ну и канистры нет. Не может быть. Там есть куча этих таких. В контейнерах нету. Да, в этих... два таких тека стоят, два завода рядом. Не два может... завода тоже в ангарах нет. Да ладно, вы чё? Ну, я тебе серьезно говорю. Я только что оттуда. Это называется Nefertit. Я сейчас пойду, тут какая-то то ли лесопилка, то ли что дальше там в доках стоит. Там, скорее всего, можно что-то такое тоже найти. В больнице нам ничего не надо. В больнице я проходил мимо, но подумал, что ломать... У тебя топор, если есть, то можешь сломать и посмотреть. Не, у меня нету. Слишком громко будет. У меня тоже топора нет, поэтому ну его нафиг. Че там, Макс, никто не идет больше? Я хочу утонуть себе сумку. Я просто забыл сумку взять. Ну, не, я на крышу больнички лезу, если что. Угу. Как же тут... О, тут посветлее на крыше. Все, я буду жить. Окей. Блин, да здесь ничего нет. Какая-то сегодня серия у нас такая, да, блин. Ну, у Шуса смешно зато. У меня просто здорово. У меня пейнкиллер просто выше крыши. Я даже, наверное, второй бинт себе возьму вместо рожка, пистолет. Сколько у нас там времени, кто знает? Я знаю сейчас. Блин, и тут ничего нет, да что ж такое? Ты вообще знаешь, куда вымышь Джек, можешь, город? Пожалуйста, патрон от СКС взять? Я тебя прошу. Я мог без базара их взять. Капец. Ты нашел СКС? Да, нашел. На человеке. Ау. Ты где? На крыше больнички. Ты что, Джек, все в силе? А? Все в силе? Да, я пошел за патронами. Сава. А, что же делать? Тут нет ничего такого. Блин, заправка смерти, там может что-то отреспавниться. Потому что на заводе я уже и рядом с ним вот эти вот все обошел, тут нет нифига. Тоска, печаль. Беда. Да. Честно говоря, вообще так неуютно в этом городе. Нормальный город, я уже в нем неплохо ориентируюсь. Я тоже чувствую себя как дома. Сейчас мы мертвы. Элис Пак. Кто-то ходил? Нет. Так, СКС раунд раз, два. Все забрал. Не хрусти. Прости. Так никто и не нашел канистры? Нет. Хреново. Хорошо, на моем скине она даже не отображается. Джек Шепард, ты бежишь мимо завода? Да. По дороге в полный рост бегу. Ага. Здесь просто есть небольшая сумочка, она на 8 слотов, если тебе нужна. У меня вообще никакой нет, да. Скажи, куда бежать. Будка вот тут. Вот. Мне парень принес СКС и Алиспак, я ему благодарен. В другую сторону бежишь, извернись. Так. Вот, да, вот будка, видишь, слева на дороге. Ага, вижу. В ней ты сидишь.
Та, в которой ты сидишь, или вот эта вот? Да-да-да, в которой я сижу, в ней там лежит в самом дальнем конце фигота. А за мной зомбики. Смотри, они отбитые, а стрелять по ним я не хочу, есть только спрямки. Блин, да тут всякий мусор надо поднимать. Не, нафиг этот. Просто уходим, давай. Ну как хочешь, там в принципе неплохая сумка. Такие, пока блин, мусор весь вытащит. Слева откуда свет? Фонарь? Да, это фонарь, и здесь ничего нет, можешь мне поверить. В принципе, окей. Мы сейчас пойдем, откуда ты пришел. Мы сейчас вернемся, снова проверим ангары, может там что отреспаунилось, и потом посмотрим эту заправку там за ним. Потому что больше в этом городе делать нечего. Ты ведешь? Да. Ты вообще где? Я по дороге вышел, по которой ты забежал. Все, вижу. Тихо. Ты не посмеешь нарушить нашу летопись. Наши законы. Нашу конституцию. О чем ты вообще? Мы договорились не петь. Что ты несешь? Мы договорились не петь. Бинокль, если нужен, Джек Шепард. Угу. Зомби, можешь за мной не бежать, я возьму бинокль, а дальше продолжу. Кирка, если кому нужна. Бетономешалка. Ну вот я там был, там нет. Точно. А бензин есть? Танк уешь. Да нет, блин. Да нету там, конечно. Наш шлем аптеку уже принесли давно. А я верю. А на чем же ехать тогда? Так, Артур, я немножко зажат. Рейнфорс от металла, может быть. Выстрел, скорее всего. Зря. Ну ладно. Да он умрет, нет? Не. Вообще не хочет. Да это читерство. Ну. Ротор по-прежнему на месте, зато тут есть жатва. Тогда я пошумлю. Мейн ротор, офигенно. Самая нужная вещь при починке машины. Блин, это пустые банки, чего же я шумел-то вообще? В темноте показались настоящими. Представляете, да, ни одной канистры. Как вообще это можно объяснить? Когда нам это не нужно было, везде были лишь канистры. Ты где вообще? Я пить. Ой, я, кстати, где-то. Я у контейнера здесь. Так, ладно, короче, выходим, тут опять ничего нет. Сейчас мы выйдем этим же путем. Сзади кто? Это, это зомби. За мной зомби, да. Он так выбежал просто анимации человека. Ну, как человек. Руку выкинь, мужик. Выкинь руку. О, моя рука. Дай мне руку. Я дам. Джек Шепард направо. Это вообще кто-то, наверное, гасанулся. Но я отсюда пришел. Ага. Возвращаемся. Что делать? Ты забрал у него руку, да? Теперь они все за нами бегут. Типа того. Так, аккуратно тут. Значит, выходим из города. У меня есть что нужно, не знаю, кого-то шлепнуло. Такая пощечина. А, это я менял позицию. В прыжке, что ли? Да нет. Я у депо. А в депо ничего нет, кстати. Зачем ты у депо? За мной же бежишь? Нет. Я рванул между домами в проход. Да я смотрю, там нормально. Да парни, здесь вообще дофига нет. В этот раз как-то мы неудачно сходили. Ну, ладно. Вот в тот раз, я помню, там вообще в кладезь был всяких роттеров. Да, машинку так клево сделали. А, крутая была вообще, точила. Mm-hmm. Ну, и у нас ее пиздарно. Говори, как говори, отстойная была машина. Отстойная. Говно. Я лучше сделаю. Да, раз солнца и нет больше. Я в депо бегу. Так, ну тут это только при очень большом везении может что-то быть. Ну там вообще нет бензина, чтобы даже проехать сколько-то. Да, вообще. Ну, вообще голые. Ничего не вижу. Осветиться не хочу. А я как раз я фары включил, мне норм. Ну, ты-то ждешь, народ, приманиваешь. Приманиваю. Кам. Так я еще, знаешь, как осветил кресты с лутом. Ага. Ребята. Типа, тести. Типа, знаешь, сверху так светит. Ну, свет. Сам бог велел. И мистер Бин выпадает оттуда. Я, кажется, канистры нашел. Нет, этот ротор болел. Быстро ты разрушаешь надежды.
Здесь бетономешалка. Я был неправ. Оказывается, здесь есть еще один завод. Скорее всего, это тот, про который ты говорил. Он отгорожен от того, на котором я бегал. Поэтому я не знал, что существовало. Мешает бетон. Бригада строителей. Жрет самогон. Там столько зомби. Я выбежал из Екатеринбурга и бегу обратно. Ты норм вообще. Бросил меня тут. Я потому что не знаю, куда идти. Я тебя потерял, ты куда-то убежал и... How can you, Jack Shepard? Колесо есть. Сахар, блин. Нужно нам колесо? Я не помню. Нет, по-моему? Не-не-не, колесо. Нет. Тут еще два запасных я могу снять этой субмарины. Возможно, в амбаре есть канистры. Я знаю, где есть три канистры, но это вроде не этот сервер даже. В самом начале нашего пути в амбаре вроде как были канистры три. Тулбокс мой. Мне попить вообще-то. Здесь еще один тулбокс, но я его взять. У меня много попить есть. У меня тоже много попить. Тут 4 креста, и под каждым есть попить. Я взял тулбокс кому-нибудь. У меня есть. Тут только зомби лежит. Значит, Джеку Шепарду. Такой типа. Так, чертежи, ну канистры, ну пожалуйста, ну. Джек Шепард, ты говоришь больше таким голосом. Канистры, канистры, канистры. Просто. Нашел? Просто канистры, да. Точно? Ты не шутишь? А то я сейчас, сейчас покажу. Ну я издалека увидел. Это канистра. Сейчас круто. Такой, ну у меня нет места. И я сломал ногу. Все. Да это главное, что нашли, ничего. У кого-нибудь там попить есть, да? Две канистры. Артур, вот хоть попить, хоть поесть, хоть таблеток, хоть морфин, все что угодно. То 4 креста. И еще снаружи 2. Потому что у меня попить вообще что-то плохо. У меня есть вторая канистра. Две канистры. Здравствуйте. До свидания. Мило ты поговорил. Так, бегу к пожарке. Пожарке, пожарной машине. Пожарке машине, да. К пожарной машине. То самое, о чем я говорил. То есть, да. Мы сейчас столько всего набрали на этом сервере, что покидать его опять неохота. Mm-hmm. А тем не менее, ночь — это пипец. Кто бежит, перезаряжается, тут пистолет. Не перезаряжаюсь я. Я далеко. Бегу. Кто-то бежит к пожарке. Я к диспетчерке. Около пожарки пробежал, перезарядил ствол только что, чувак. Не я. Через забор перескакиваю. Справа от меня вот этот свет. Слышь, брат, он к нашей пожарной машине кто-то отправился, по-моему. Куда он мог отправиться? Я ее вижу, никого не вижу рядом с ней. Тут только что чувак пробежал и перезарядился, я тебе сразу говорю. Погоди, беру бинокль. Пистолет перезаряжал? Да. Револьвер, по-моему, Макарыч даже, не знаю. Вот, тихо, он у меня, он здесь. Это тёлка, тёлка бандит, она у меня, она забежала в пожарку. Она села, она там бегает, прыгает. Девушка, я попрошу. Хорошо, я извиняюсь. Я терпеливый. Парень сейчас проверяет все. Это, видимо, Сикер. Это мой старый друг. Такой, где ты? Куда ты? Я пришел. Сейчас он сразу вот так не кинулся, ты понял? Он типа сейчас пошел проверять все. То есть он в пожарке находится, да? Да, сейчас он в пожарке. А можно я туда приду? Нет, не стоит, это моя добыча. А я пить хочу, поэтому я бегу к пожарке. Он на втором этаже, вот я его видел, он там мансанул. Господи, это так забавно выглядит. Я вижу его, да. Тихо, ну ты-то чё, ну же. Выше поднимается. Не, я с бинокля, в смысле. Я его вижу, он там наверху, да. Ты суетится. Плутается, смотрит во все. Он, кстати, голый и вообще. Вот ты моя сучечка, куда он зазвонил? Давай, я прям смотрю, давай, убивай, ну. Нет, а ты что, парень, я самый свободный человек у себя. Но он сейчас смотрит куда-то вниз, в лестницу. Да, он в лестницу посмотрел, спускается потихонечку. Давай, давай, иди, лутани пистолетик себе, ну-ка. Нихуя себе, без тренировки трудно. О, простите, что-то я это поплыл, извиняюсь. Бывает. Больше не надо. Не буду. Чё там у тебя? Да, у нас она в пожарке все еще. У меня сушняк жесткий вообще. Вот давай подбегай ко мне, я тебе дам попить. Тут шоу, Джек наслаждается шоу. Я сижу у камня, прям вот если от города. Вижу, она с топором. К пожарке бежать. Она идет. Она с пистолетом. Бля, она рядом с моей машиной.
Я вижу зомби с топором. Слышу стрельбу. И... Я убил, но это было Сикер. Забавно. Он третий дарит раз. Парням, да. Помощь, морфин. Сломал? Ну ты, блин, я только что был на больничке. Я даже в больницу не забегал. Ладно, сейчас мы машину починим. Нет, ты не сможешь поехать. Бензин-то все равно нет. Я с двумя канистрами бензина. У меня есть морфин. Окей. Че, мне заливать машину? Подъезжать кому-нибудь, нет? Заливай сначала, там разберемся. Я просто думаю, что я сейчас залью, меня убьют, какой-нибудь чел сидит и уедет. Да ты что, издеваешься? Никто тебя не убьет. У меня, кстати, патроны к калашу кончились. Но ты взял патроны к этому, правда ведь? К СКС? Да, у меня с собой, ага. А, Сикер, мой с тобой счет 3-1, можно сказать. Вы все такие добрые. Да. Так как Артур там кричит, что его сушит, я еще воды возьму перед тем, как уйду. О, меня вообще сушит по-страшному. Я нагружу так водой наш мобиль, то ты забудешь про слово жажда. А если у меня две канистры в инвентаре, он две зальет? Угу. Взял еще два рожка на АК. Я только что чуть не слил канистру, которую только что залил. Genius. Genius просто. Я бегу к пожарке. Все, я в машине сейчас уже сяду в нее. Давай я прямо в машину закину патроны. Оттуда схватишь. Шерикен. Шепард, это я. Угу. Это ты, я да? Попить положу в машину. Ну, зови меня. Кто меня бежит? Это я. У машины я. Я герой, да, это я герой. У тебя попить, я слышал, есть. Да вообще, прямо сейчас налетай в Алиспаке. Кто стрелял? Это Джек, дверь закрыл. Господи. Дверь закрыл? А, машина. В машину сел я. Сел в машину я. Все, у меня норм. Хорошо. Сейчас Сикер такой. Нет! Я приду еще раз. Прибегает такой, видит, как машина вдаль уезжает. Положил калаш двумя рожками, если кому надо. У меня СКС, патрончики. А, снайпер командир. Наконец-то мы добились того, чего хотели. Это да. У нас есть машина. У нас же была уже машина. У нас была машина. Машина, которая у нас теперь, она есть. И она не была, она есть. Вы готовы ехать, ребят? Я готов вообще просто. Там ты взял патроны? Да. Я внутри. Все, поехали. А мы довольно долго играем, я думаю, пора заканчивать. Да, давайте завершим как раз. Ну, раз мы опять серию так же закончили, ехали на машине, закончили, все кончилось. Следующая серия. Ребята, мы другой номер нагрелся. У нас не пошло. Да, он... Что пришло не так? А кто начинал, ребят? Кто начинал? Джек начинал, по-моему, я, да. Итоги. Итоги. Мы в шоколаде. Но темно. Мы просто в шоколаде с Артуром. Я герой. Все там в Екатеринбург. Максим трижды убил своего убийцу. Герой. Герой войны. Битва за респект, я даже скин геройский. В таком вот хорошем расположении духа мы, наверное, завершим эту серию. С вами были Артур, Максим и Григорий. Всем до скорых встреч. Пока.